Оба, привет. С вами доктор Влад, и у нас минус два. Так, ну что, новости какие? Люба пишет из Киева. Док, сегодня утром рашики снова кошмарили Украину своими с ракетами. Конечно, есть и прилеты, но украинское ПВО и сегодня не сплоховало. Да, вот так. Ждем очередного вылета украинских боевых комаров. Держимся, верим в ВСУ. Ребята, там война. Война как была, так и есть, но сейчас Украина защищается. Защищается очень хорошо. Ага, ну вот этот вот. Дебилоид. Путин заявил о снижении бедности в России. Да, у каждого теперь пенсионера по миллиону рублей на книжке. Что вот за... Я не представляю, что это такое. Каждый день выступает. Так. США ввели санкции против членов. Ага, ну против членов. Теперь члены не будут подниматься в России. А, нет, правительство и банков РФ. Ну, хорошо, ладно. Так, в Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова. Песков призвал отнестись соответствующим образом к слухам о смене главы МИД Лаврова. А слухи-то есть? Кто-то мне тут хорошо написал. В цивилизованных странах срамоту и позорище прикрывают фиговым листком, а в России лавровым. Ага, точно, точно. Все правильно. Так, опять еще один Путин. Наверное, это дубль. Да, Путин заявил о провале плана Запада по разрушению российской экономики. Да ну есть одна труба, я вам давно говорил. И все, какая экономика? Так, в Подмосковье чего? Пообещали завершить подготовку укрытий до конца года. В убежищах будут места для сидения, розетки для зарядки гаджетов, электричество и вода. Находиться там можно будет в течение часа. Так, Патрушев поручил проверить состояние укрытия для населения на юге России, еще на юге. Ну, в общем, короче, в Москве только и на юге, а больше нигде. Так, МИД РФ, двоеточие. Передача азербайджанам Украине генераторов в качестве помощи вызывает недоумение. Они не удумевают. Азербайджан вам еще, знаете, сколько наложит? Так. Я знаю, у меня жена из Баку. Она умеет. Генерал-майор ВС России Тутрин заявил о планах сдвинуть границу РФ вглубь Украины. Да вы уже двигали. Да только ничего не получается. Ага, дальше, что тут еще? Качинский подготовил план по захвату на Украине исторических земель Польши. Да ну, конечно, ну всех хватают в Украине. Да, ага. Слушайте, а кто это такой Качинский? Так, председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость». Да ну, какая чушь вот эта вот. Никогда поляки не собирались ничего захватывать. Захватывает только Россия, больше никто. Так, Путин пообещал беременным пособие от половины прожиточного минимума. Ой. Причем беременным только от членов этой «Единой России». Ну и или лично от Путина, от Пескова. Так, «Взгляд» передает. Соединенные Штаты Америки сделали СВО на Украине неизбежной. Вот я вчера был на «Одноклассниках», иногда так захожу, и вот там одна там написала, я с ней учился в институте, да вот американцам это выгодно, вот я не представляю, что у них в головах творится у русских. Ну, имеется в виду, что вот война на Украине, в Украине –
американцам выгодно. Ну, дебилы просто. Я учился, оказывается, с дебилами. А какие из них врачи? Ну, посмотрите, какие там врачи сидят. Впрочем, сейчас еще хуже. Наше поколение отойдет, вообще некому будет лечить. Так, жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен. Где у меня тут было еще? Вот здесь еще было. Ну, это вот что за идиотизм? Так, а вот сразу вторая новость, причем здесь же, Newsmail.ru. Калининградские риэлторы не смогли рассказать о немцах, приехавших зимовать из-за высоких цен на ЖКХ. Не фиксировали заявок на аренду квартир именно от жителей Германии за последнее время. Ну как это так? Эти говорят, фиксировали, эти не фиксировали. Ой-ой, а эти что говорят? Женские туфли хочу. Ну, да. 3 штуки. Размер 42, 43, 45. Понятно, да? Хорошо. С Калининградом закончили. Смотрим дальше. Так, за 20 лет такой проблемы не припомню. Чем грозит утечка на МКС? Из-за серьезного происшествия на корабле «Союз» российским космонавтам пришлось отложить выход в открытый космос. Утечку теплоносителя, кадры которой показывают мировые СМИ, неужели показывают, специалисты называют беспрецедентной. И что там такое? Разгерметизация внешнего контура, охлаждение корабля «Союз». Ну, что-то попало там, да. Камеры на борту станции зафиксировали разлетающиеся от корабля в открытый космос брызги. Русские уже и в космосе нагадили. Какие-то брызги. Ну, наверное, в дырочку. Вот там дырочка, помнишь, была? Помните? Так вот они по очереди в эту дырочку мочатся теперь. Туалет-то не работает. И брызги разлетаются. Это же надо напасть, то есть попасть туда, в эту дырочку. Сложно. Так, Григорий Лепс уехал из России. Давно пора. Так. Европарламент признал Голодомор на Украине 1932-1933 годов геноцидом. Да ну, конечно, геноцид, но это Европарламент признал. 100 лет еще не прошло, они уже признали. Москвичей предупредили о возвращении крепких... Что, напитков? Нет. Морозов. Морозы сколько? 65-70? Нет. Ой, господи, 17 раз это мороз. Макрон оскорбил русских словами о трусости. Вот оно что, нифига себе. Макрон заявил, что Россия трусливо ведет себя на Украине. Уца. Вот с чего я начинал сегодняшний ролик. Вот там. Только с ракетами они могут, а больше так вот живем. Нет. Опять Путин. Путин заявил о продлении льготной ипотеки. Вот оно что, льготная ипотека. Так, и, кроме того, ипотека будет для строительства нового жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Ага, и в штате Флорида еще, да? Ну, да. Властелин мира, куда деваться? Так. Это что еще? Синоптики предупреждают, уже сегодня на Владимир обрушится метель. А завтра на Владимира Владимировича обрушится гроза. Ну так, хорошо. В Мордовии пьяный бизнесмен сжег машину гаишников. Нормально. Ну это в Мордовии, вы понимаете. Так. Так, и опять Роскосмос передает, на МКС произошло повреждение обшивки космического корабля «Союз МС», матерь спорта, 22. А здесь баба какая-то на фотографии. А что, там баб уже берут, да, в космос-то? Угу. А вот какая-то Анна Кикина.
осмотр проводила. Но ей-то важнее всего, потому что космонавты еще мужики в дырочку-то попадут, а ей-то сложно подобраться, если пописить. Так, Путин предложил... Ой, ничего он не предлагал, все. Так, Херсон полностью обесточен из-за российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. Электрики не могут приступить к ремонту, обстрелы продолжаются. Вот сволочи. Конгресс США рассмотрит резолюцию с призывом к Байдену инициировать исключение РФ из Совета Безопасности ООН. Вот оно что! Как это выглядит? Я сейчас посмотрю, как это выглядит. У меня где-то было. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Все, все вот так. И только так. Доигрались русские в совбезе. Так. 60% прибывших в ФРГ украинцев уже живут в отдельных квартирах. 50% посещают языковые курсы, передает корреспондент Deutsche Welle. Но 3/4 покинувших Украину из-за войны намерены вернуться домой после окончания боевых действий. Да правильно. В Украине еще получше будет, чем в Германии. Молодцы. В России стали чаще искать информацию о том, как сдаться в плен. В плен. В плен. В ноябре в поисковике Яндекс в несколько раз возросло число запросов, как сдаться в плен. С 28 ноября по 4 декабря фразу вводили более 66 тысяч раз. Это рекордный показатель за полгода. Нифига, за полгода рекорд. Так, что тут еще? США планируют отправить в Украину электронику, превращающую неуправляемые авиабомбы в умные. В Бердянске взорвана подстанция, обеспечивающая энергией войска РФ. Доигрались, да. Так, что тут еще у меня? Так, преподаватели ВГУ попросили перечислить зарплату за один день на помощь военным. А где такое ВГУ? Воронежский государственный университет. Ага. Так. Вашингтон, это кто передает? Новости Татарстана передает. Вашингтон и его сателлиты намерены оспорить у РФ право на Арктику. Вот нужно, да, прям ну, стремятся, да, отобрать Арктику. Арктику у России. Так, новые санкции. В России перестанет работать часть роутеров. А почему? Так, а потому что какой-то бренд уходит из России. Так, и бренд Мерати. Значит, под этим брендом выпускают роутеры, которые много лет подряд продавали в России. А теперь они шли и отключают все. Ну что, мы ушли, все отключаем, да. Нифига себе. Пользоваться ими станет невозможно. До свидос. Так, жители Москвы предупредили о сильном ветре. Да. Кремлевские башни прям снесет в Вашингтон. Унесет. Да. Опять Путин. Чего у меня Путин вылазит? Он просто как это вот выскакивает. Так. ВСУ взорвали важный российский объект. Это какой? Пострадал мост между Мелитополем и Бердянском. Да, в Бердянске что-то там творится, все взрывается к хренам. Так. Запад захотел дать Украине решающие преимущества на поле боя. Это что, какое? Самолеты какие-то, да. Современные истребители. Вот это здорово, молодцы. Так и надо. В Саратове мобилизованных проводили на службу. Вот идут.
Ой, какие-то старые все, дохлые, спитые. Ну ладно, армия такая. Какая страна, такая армия. Путин поручил запустить программу борьбы с диабетом в 23-м году. Ну, то есть, надо понимать, с Украиной все уже решил, а теперь Путин лично будет воевать с диабетом. Ну, что вот за чушь? Так. Путин пригрозил захваченным регионам Украины общероссийским уровнем жизни. Россиян он уже 15 лет переселяет из трущоб. Ну, понятно. Так. Госдума одобрила закон, позволяющий включать многодетных отцов в мобилизационный людской резерв. Ну, это так называется. Ну, короче, многодетных отцов тоже будут гнать. Да, воевать. Главком ВСУ заявил, что Украине не хватает дальности «Хаймарс». Ну-ка, Залужный, Валерий Залужный, что он сказал? Дальности систем залпового огня «Хаймарс» недостаточно, чтобы нанести удары по российским силам, потому что они отошли уже на дальние... Да, вот, отошли на расстояние, до которого «Хаймарс» не могут достать. Давайте что-нибудь, больше дальность полета, чтобы было. Рост промпроизводства в Китае в ноябре продолжил замедляться. Но в Китае, я вам говорил, там коронавирус бушует страшно. Угу. Никто не работает. Жена Газманова украла дом к Новому году. Нет, украсила. Нет, украла лучше звучит. Потому что Газманов сам все крадет. Каких медалек он накрал на себя, навесил. Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла правду о битве экстрасенсов. Так, какая-то Складчикова, я не знаю, кто такая, рассказала, что происходящее в битве экстрасенсов является ложью. А кто бы сомневался, ребята? Ранее победитель 22-го сезона битвы экстрасенсов Максим Левин так, получил 3 года тюрьмы за мошенничество. Да ну, правильно. Так, YouTube начал блокировать пользователей. Почему? Что такое? Так, YouTube обновился и получил нововведение, которое сделает общение в сети приятнее. Что такое? Автоматически отслеживает обидные комментарии и удаляет их. Да, ну это товарищ майор там сидит, вы знаете. Так, Байден предупредил мир о неизбежности новой пандемии. Ну, поживем, увидим, что, товарищ Байден. Москвичи стали более избирательны в еде. Наверное, на помойках теперь вот тоже звездочки Мишлена. Помойка, 1 звездочка, 2 звездочки. Ну, я думаю так, ребята, а как еще? Ученые нашли 400 генов алкоголизма и 300 чебурашек алкоголизма, да? Ученые из США обнаружили гены, формирующие потенциальных алкоголиков и курильщиков. Ты что такой пьяный? У меня гены. Так, в Волгоградской области грузовик с алкоголем рухнул с моста. Ну, наверное, это тоже у шофера гены. Вез гены. Угу. Хорошо. Диетолог назвал идеальную закуску к спиртному. Псидену, рукав, конечно. Че еще-то? Только рукав. И закусывать не надо, занюхал и все. Так. В Украине сносят памятники Суворову. По мнению местных властей, Россия использует наследие полководства для пропаганды и оправдания вторжения в Украину. Правильно, так и надо, все сносите русское к чертям. Украине нужны 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц, чтобы отвоевать территории, оккупированные Россией после 24 февраля, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Да молодец, мужик, молодец. Так, Владимир Путин
исключил актрис Чулпан Хаматову и Ксению Рапопорт из состава попечительского совета, какой-то попечительский совет фонда «Круг добра». В феврале они призывали президента РФ остановить боевые действия в Украине. Ну, сейчас до президента дошло. Hasta la vista, baby. И он с ними распрощался. Хорошо, долго шло. Так. Российский производитель беспилотников покупает западные комплектующие в обход санкций через компании-посредники в США, Китае и России. Об этом говорится в расследовании важных историй Reuters и Британского института оборонных исследований. Ну, опять вот что-то вот где-то воруют, цап-царап. Так. США ввели санкции в отношении миллиардера Владимира Потанина, ах ты, вице-премьера РФ Андрея Белоусова, ух ты, и нескольких российских губернаторов, сообщает Reuters. Владимир Потанин входит в ближайшее окружение Путина, владеет Норникелем, недавно купил банк Тинькофф. Так, все, последняя покупка. Вот только сейчас выскочило. В Улан-Удэ разбился вертолет Ми-8. 3 члена экипажа погибли. Давно не падало ничего, да? Космонавты, это опять про то же самое, попытаются снизить температуру в поврежденном корабле «Союз МС-22». Так, температура составляет 30 градусов. А как они будут снижать-то? Ну, холодные полотенца, наверное, мокрые будут обкладывать все. Не знаю. Космос ядрит его. Так, Зеленский назвал условия завершения конфликта на Украине. Ну, какое? Ну-ка, давай, Владимир, ну-ка что? Зеленский назвал возвращение к границам 91 года условием завершения конфликта на Украине. Ну, конечно, да. Молодец, Зеленский. И я заканчиваю. Ребята, пока. Собак сегодня нет. Забрала Татьяна. Мне сегодня, знаете, ехать на обследование где-то часов через 10 примерно, вот так вот, если посчитать. Держите кулачки, кто не будет спать. Пока.